Здоровый образ жизни – фирменный стиль Одинцовского района. А желание заниматься спортом у одинцовцев с каждым годом только растет. И для этого в нашем районе имеется вся необходимая инфраструктура. Спортивно-оздоровительный комплекс с кампусом ГИМО располагает спортивными зонами, где любой желающий может найти занятия по душе. Спортивно-оздоровительный комплекс Одинцовского филиала МГИМО – это современный многофункциональный спортивный центр площадью 20 тысяч квадратных метров. Является уникальным спортсооружением, которому нет аналогов ни в одном учебном заведении Московской области. Уникальность комплекса заключается еще и в том, что он вмещает более 11 залов. Здесь работает более 10 секций. Специализированные спортивные залы оборудованы для занятий футболом, волейболом, тхэквондо, тайским боксом, дзюдо, акробатикой, художественной гимнастикой. Ну а чтобы привести мышцы в тонус, имеется современная тренажерная зона. Особой популярностью среди жителей пользуется бассейн. Вода в нем очищается по особой технологии. Также востребованы спа-процедуры и турбосолярий. К вашим услугам всегда бассейн, уникальный бассейн 25-метровый с новой системой очистки воды. Происходит технология ионизации медью серебром, что важно для аллергиков, для детей, для людей, которые страдают аллергией. Универсальный спортивный зал, рассчитанный почти на 900 мест, может служить площадкой для проведения соревнований по всем видам спорта. Здесь также проводятся массовые зрелищные мероприятия, а специальное паркетное покрытие и заградительные сетки позволяют делить игровое пространство. Пространство на три части. Более подробную информацию о спортивном центре можно узнать по телефону или на официальном сайте спорткомплекса. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».